Как бы вот смотрите, вот, видите, я что делал? Такой, я не знаю, волна такая, Максима. И плечиками опять приезжает. Вот смотрите, пошла нога, вы расслабили таз, живот, и плечиками руками держит. Тут немножко расслабиться надо, и вот такое вот движение вперед. Опять плечи. Чуть-чуть живот вперед пошел, да? И опять плечики догоняют. И так, с разворотом, со спинкой проконтролировать. Попробуем. В этой ситуации, если вот здесь мы держим, наверняка все знают, если нога жестко стоит, вот жестко стоит, мы там это, то можно сделать кочегари. Кочегари, знаете? Зацеп изнутри. Вот, а меня ругают за такие варианты. Я просто хочу, когда сделал. И аккуратно, аккуратно. Вот смотрите, рука как идет, вот отсюда. Вот, например, руку на нога выставлена, вторая отставлена, да, отставлена. Вот жестко стоит, отставлена вторая нога. Вот, да, вот она близко, да. Смотрите, рука держит здесь, вы цепляете, да. Пробиваете, можете вот здесь вот прихватить бедро. То есть убрать руку с этого захвата и прихватить бедро. Голову отворачиваю. То есть в данный момент я вправо делаю, я должен увидеть свое левое ухо. Кувыркнуться, кувырок идет через правое плечо. Вот отсюда, вот, Макс. Оп, видите? Видите, я сделал? Вот эта нога зависла, она практически не стоит. А это как толкач, вот левая, толкается, левая свою бит. Видите, она толкач, левая нога. Да, она сразу. Я зашел, например, вот сюда, вот завис, да? Не могу сказать это, просто так я не сделал. Я этой ногой начинаю толкать. Я не знаю, с чем сравнить. Коньковым бегом лыжа, там, конькобежцы, да? Толкаются ногой, одна толчковая, другая вот едет. Вот это нога там сталкивает. Попробуем. Видите, вот отсюда, раз, видите, какое пространство? Видите, вы, во-первых, вот тут начинаете пробивать. Пробить его надо пониже. И пробить пар. Вот, видите, я сгруппировался. Видите, как ему тяжело сейчас встать? И я спокойненько, с открытым монотазом. Помните, вращательное движение, когда вы маленькие. Вы сегодня кувыркались, когда без ног, да? Вы не раскрываетесь, вы вращаетесь. Как только вы раскрываетесь, вращение прекращается. То же самое здесь. Чтобы крутануть его туда, да? То есть его задача устоять, он будет, конечно, раскрываться, да? Он не согнется. Он будет раскрываться, сопротивляться, защищаться. А ваша задача быть маленьким. Вот, 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 видите, вот, 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 вот. Сейчас это без захвата нашего. Мы, в принципе, вот к этому должны прийти. Правая рука спокойненько, вы же держите ее. Вот. Она спокойненько может туда, да, опуститься. То есть она держала так, и я зашел вот туда. Чем меньше вы и сбалансирование туда сядете, тем лучше у вас будет бросок, вращение. Мы, помните, приходили вот отсюда к этому захвату? К этому захвату, да, отсюда держим, отсюда. Здесь тоже можно сделать этот прием, отсюда. То же самое там. Или на шагу, или он если грубо просто стоит, как бы. То здесь то же самое можно сделать, и этот прием вот отсюда, сверху. Ну, у меня бедро больное, не тяжело сделать, но вот так. Попробуйте сверху то же самое, и закрепим материал. Нога убирает. Ну вот, например, Костя делает спину. Он может подготовить как угодно. Как угодно. Вот теперь смотрите, у него какая амплитуда. Сзади ему показал я вначале, да, когда отставляет ногу. Отставляет, да? Я впрыгиваю с колени. Раз. Может, если плотно стоять, помогу. Отсюда наш прием это делает. Он тоже отставил ногу. Тоже отставил ногу. Кочегари, да? И тоже можно опять прыгнуть спина. Вторая. Третий вариант, Костик, это который я уже показывал еще на этом занятии, например. Когда вы просто гоните ногу вот сюда, да, чтобы он согнулся, а он ее отставит. То же самое он создал претендент вперед. Вот теперь мы разбираем ситуацию, когда человек либо сам отставляет ногу, либо вы воздействуете на него задним. Подсечка или простой изнутри. А если он сам вас не поймает? Я так видел на соревнованиях. Это борьба, ребят. Если вы там оставили, прогнулись, у вас... Максим. Дорвался. До комиссарского тела.